что нужно тебе на Тубе ТВ. Следующая наша техника называется «Любоваться солнцем сквозь айсберг». И начинается она, как начинались первые две, связанные с когтями медведя и смирнуть, загребая лапами. Вспомним. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Руки идут. А дальше вам нужно убедиться, что сзади есть пространство для мягкого отпрыгивания. То есть можно чуть-чуть переместиться вперед, встать поудобнее. И руки слегка растопыривают пальцы. И весь тело переносится на руки. Амортизируя ногами, желательно мягко, беззвучно. Пятки упираются, таз толкается вверх. Смотрит в сторону ступни. Из этого положения нам нужно перекатиться через носочки на подъемы ступни. Прогиба нет, голова вверх не поднимается. Раз, идет под вытяжку вперед. Коленки поставить, носки потянуть на себя. На выдохе, локтями вплотную к телу, выйти вниз. Слегка упираясь на подбородок, приподнять коленки. Это продолжение выдоха. Поставить коленки, вытянуть носки, выйти вверх, плечи провести назад, лицом потянуться вверх. Дальше носки слегка вовнутрь, голова вниз и проходит на полную ступню, выталкивая таз вверх. Смотрит вперед, ноги подсгибают, мягко подпрыгивает к рукам. Смотрит вверх, вдох. Жмут на пальцы выдох, и вдох, вдох, выдох. Полностью движение. Вдох, 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 выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, выдох, вдох. Основные ошибки – это неправильный отскок назад. Тело идет беззвучно. Беззвучно. Как правило, поначалу делает очень резко. Вторая ошибка – это неправильная постановка рук и ног. Вот она появляется. Пятки упертые, таз выталкивается вверх. Не нужно голову вниз толкать. Здесь нужно по линии плеча чувствовать кости таза. Дальше ошибка. Это перекат на основании пальцев ног. И подъем плечей, перезапрокидывание головы вверх. Такого нету. Здесь смотрите еще раз сегменты. Это не прогиб, это вытяжка из таза. И лицо градусов так под 60 по отношению к полу. Потом руки плотные, плотную к телу. Подъем, постановка, носки. Грудь вперед, плечи назад, лицо вверх, голова вниз, ноги на полные ступни. Амортизирующие. Вверх, за пятки, за ног, вверх. Сейчас я сделаю один раз полностью это действие.
Округляем живот, вдох. Выдох. Красная шерсть, тепло. Золотой узор. Красная шерсть, тепло. Золотой узор. Ладошки в области почек. Плечики вверх, назад, на выдохе плотнее к почкам. Вспоминаем, на вдохе ладошки лежали на животе, им было тепло. И на выдохе это вспоминание, как след тепла из ладошек в глубину тела. Обволакиваем почки теплом. К лобковой кости восстанавливаем дыхание. И сейчас включается ключевой символический образ. Если бы вы в теле медведя стояли перед айсбергом прозрачным, и в нем бы отражалось солнце, вы бы любовались игрой солнечных бликов, отраженных в айсберге. И солнечный свет вокруг, солнечный свет внутри, все солнечный свет, свет. Побудьте в этом состоянии любования солнечным светом, отраженным в глубинах прозрачного льда. Техника любоваться солнцем сквозь айсберг завершена.